Друзья, всем привет! Сегодня будет коротенький видосик, тест и сравнение лебедок разных поколений. Лебедка СССР под названием Восток 5, ЛАК 5, тяговым усилием 500 кг. Вот. Китайская лебедка на 1 тонну, происхождение неизвестно. Она уже крашеная. И более современная электрическая лебедка, также на 500 кг без полиспаса. Вот. Интересно? Давайте потестим, сколько времени занимает перевернуть тракторок. Так, ну и первым на тесте будет у нас червячная лебедка. Вот. Почему? Ну, во-первых, ей когда-то работали, и работали довольно-таки неплохо, когда не было еще ни китайских, ни более современных, да, что могли себе позволить. Это вот максимум вот такую вот штуку, чтобы поднимать тяжелые грузы. Помните, да? Выкупил я ее на металлоломе, на металлоприемке. Цена вопроса, если я не ошибаюсь, что-то в районе 200 рублей. Вот, как-то так. Трактор я переворачивать не буду, просто подниму до верха и опущу, так как крюки слишком далеко друг от друга находятся. Все, давайте начнем с нее. В общем, видели, да, как это происходит. Ну, что сказать. Очень медленно, мужики, очень медленно. Из плюсов у нее это можно точно до миллиметра позиционировать крюк, да, то есть груз. Очень точно можно, вообще капец. Из минусов, это самое основное, это очень-очень долго все это дело происходит. Вот, как-то так. Так что пишите в комментариях, у кого есть вот такая вот мясорубочка. Ну, как-то ж ей раньше работали. Так, дальше. Китайская лебедка цепная, мужики. Вот, на 1 тонну. Давайте покажу, сколько по времени занимает перевернуть трактор, положить его на эту сторону, да? И обратно. Вот. Так, ну в общем видели, да, сколько по времени занимает перевернуть тракторок. Ну, по крайней мере, раму, да, на стадии постройки. Цепной лебедкой, по-научному цепной тельфер. Вот. Из минусов, ну, я их не вижу здесь, эти минусы, мужики. Очень классная штука, вот, у меня, как бы, в пользовании, хоть и китайская. Из плюсов, также легкий подъем, на раз в 10 быстрее, чем червячная лебедочка. Также из плюсов точное позиционирование крюка. Вот. И еще один огромный плюс — это танец яблочка можно исполнять с закрытыми глазами. Цена, я ее брал, 2500 рублей. Последний на тесте – это электрическая лебедка, более современная.
Фирму говорить не буду. Видели ее в прошлом видосе, когда я ее устанавливал, распечатывал. Вот. На 500 килограмм без палиспаса. С палиспасом на 1000. Давайте посмотрим переворот тракторка. Сколько занимает это по времени и насколько я устану. Ну вот как-то так, мужики. Из плюсов физически никак не устаешь. Длина троса, ну в моей мастерской, вот здесь 20 метров его, мне как бы не совсем нужно, но ее можно взять и использовать где-то в другом месте, да? Вот, как-то так. Ну, мало ли, всякое бывает в жизни. Вот, из минусов, ну это, наверное, цена. Цена почти 15 тысяч, но она очень, мужики, здоровски как облегчает, так и ускоряет все эти процессы постройки, потому что за целый день я тракторок, вот эту раму, переворачиваю раз 5, особенно когда вот ставил педали, сцепление, тормоз, газ. В общем, кстати, видоса по ним нет, если интересно. Сейчас я буду это все дело разбирать, там немножко подваривать, вот, закреплять, раскреплять. Если нужно, сниму видосик отдельный уже по вот этим узлам. Вот, пока удобно это подснять. Еще вот не ставил стойку, не делал капот, не ставил сиденье, потому что я его еще переворачиваю туда-сюда. Вот такие вот дела. Ладно, на этом будем, мужики, прощаться. Вот такой коротенький видосик, обзорчик. В общем, нисколько не жалею, что приобрел вот такого помощника. Всем пока. Продолжаю заниматься.